Это, знаете, первоклашки против 11 класса. Это реально эпично. Ну что, давай. Бейте его. Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Тем удачи. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем новую игрушку на моем канале Animal Battle Simulator. В этой игре есть воркшоп, я накачал кучу аниматроников, и сегодня будем тестить их с бешеной гориллой или бешеной обезьяной. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня битва аниматроников. Кто же сможет победить эту бешеную гориллу? Она очень мощная, поэтому поехали. Пишите свои комментарии, кто же выиграет, Фокси или бешеная горилла. Погнали! Ну-ну-ну, ого! Да ладно, я что-то не тестировал, я думал, будет подольше битва. Блин, а если сейчас, короче, все проиграют, то ролик будет за фейлины, что ли? Так, ребятушки. Ну, все будет нормально, я думаю, что кто-то все-таки выиграет из аниматроника, мне уже становится страшно. Поэтому поставьте лайкосик, подпишитесь на канал, ролики выходят каждый день. И старайтесь записать что-то очень прикольное и интересное. Я могу замедлять немножко времени. Очень мощная горилла, просто нереально. Смотрите, что делает. Ого! Ху-ху-ху-ху! Мне кажется, это аниматроник еще так никогда не летал. Вот это жесть, что он чудит. Это реально бешеная горилла. Смотрите, что делает. Схватил. Прям куски вылетают. Это идет битва немножечко в замедленном действии. Смотрите, вот как обычно. Все просто. Вот это мощь! Ребята, это очень мощная горилла. Ну что, ставим другого аниматроника. Мне интересно, кто же все-таки его выиграет? Так, у нас Фредбир есть. Ой, блин, он такой маленький. Ну что, поехали. Покажи, на что ты способен. Подождите. Он что, взорвал бешеную обезьяну? Ха-ха-ха-ха. Представляете, что делает? Да ну нифига себе. Давайте еще разочек. Просто неинтересно. Неужели так все вот быстро? Да ладно, такой громкий взрыв у меня немножечко шуши закладывает. Вот это растерзал, ну что? Пока есть победитель. Фредбир победитель у нас. Ну что, Фредбир против бешеной обезьяны. Другая версия Фредбира. Вот это он фигачит, звук мячика напоминает. Давайте немножко замедлим, чтобы насладиться эпической битвой. Насколько это обезьяна-горилла, она очень мощная. Это какое-то имя ему дать, так как я эту игру буду часто записывать. Я уверен, что этот ролик наберет очень много просмотров. Это такие эпичные битвы, редко кто снимает, а еще и с аниматрониками. Ну давай, Фредбир, ты же можешь, я в тебя верю. У обезьяны еще есть секретное оружие, она может через себя бросать. Ой-ой-ой, мне кажется, он же может выкинуть аниматроника, да? Вставай, вставай! Он что, такой рахит, как черепаха, не может встать? Он его выкинет, смотрите. Нет, не выкинул. Так, отлично, отлично. Ну давай, покажи, на что ты способен. Кусок говна. Вот это он его телепает. Так, в обычном времени смотрим. Так, давай, давай. Он может через себя бросать. Насколько я знаю, у него есть очень мощный бросок. Смотрим, смотрим. Он все-таки, наверное, его использует. Но пока мисс хорошо клепает. Ну, скажу, что этот Фредбир такой стойкий. Кстати, на H можно посмотреть же. Вот, этот был секретный бросок, но он выдержал. На H смотрим жизнь. А, у него совсем мало жизни. Последний кидок, и он умрет, смотрите. Бум, от того, что просто упал с высока. Горилла доказывает еще раз, что она очень мощная. О, какой-то рахит. Ну, поехали. Ракетами стреляет? Ах ты, читер. Он ракетами стреляет. О, марионетка кошмарная. Ого, это у него клешни. Ну что, давай, давай, покажи, на что ты способен. Блин, он трепает их, как щенков. Хотя горилла, видите, только от взрывов умирает. В рукопашную, мне кажется, вообще его не выиграть. Посмотрим жизни. А, у него-то кончается жизнь, этот аниматроник может выиграть. Ты что такой псих, а?
крутятся. Маринетка его закручивает для того, чтобы выиграть. Вот это он клепает. Ну давай, давай, скинь ее. Есть шанс сюда скинуть. Вот это он ее в полет отправил. Ну давай. Давайте посмотрим. Скинет, нет? Ну, нет, не скинул, пожалел. Хотя, если бы через себя бросил бы, она полетела просто как щенок. Ну давай, давай. Вот это, видите, как в UFC ложит и просто нам... Ой, вот это бросок был. Вот это был бросок очень мощный, который просто уничтожает всех. Ну вот это горилла, блин, мне так нравится эта игрушка, она очень классная. Смотрите на эту гориллу. Вот это именно лицо. Убьет любого аниматроника. Убийца аниматроника, вот кто это. Так, ну что... Следующий у нас есть претендент, другая марионетка. Погнали. Может, это ему задаст жары? Поехал. Смотрите, сразу по животу. Наваливает. Не дает даже шанс встать. Смотрите, что делает. Бум. Этот бросок отнимает очень много жизни. Смотрите. А не встал. Я думал, будет как дурачка лежать и ногами махать. Давай. Делает очень классный бросок. Марионетка летит и думает, блин, как мне улететь с этой карты? Но карта чуть-чуть тебя не пустила. А может, и нельзя выкинуть? О, кстати, я не знаю, сейчас проверим. Может, все-таки в этой серии кто-то кого-то выкинет? О, смотрите! Ну! О, он ее сбросил! Да ладно! Давайте еще разок сделаем битву. Все-таки, мне кажется, у нее есть шанс победить эту гориллу бешеную. Ну, блин, вот после таких бросков и ударов, мне кажется, нету шансов никаких. Держится до последнего. Но у нее ногти мощные. Все-таки, может, как-то попасть надо? Но на жизни у него отнимает тоже неплохо. Но вот эти удары все мощные. В ноги бьет. Просто поражает ноги. Ой-ой-ой, вот это, кстати, красивый бросок. Как фаталики он делает. Блин, он даже с карты ее выкинул. У-ху-ху-ху, блин, мне нравится это. Вот это психичка. Ты очень мощная горилла. Но есть шанс. У нас, смотрите, кто еще есть. Наравне с ним. Спринтрап. Я думал всегда, что он должен быть поменьше. Но в этой игре его разработчики... Ну, те, кто его сделал в воркшопе, сделали его таким большим вот. Так, стоп, секундочку. Команда 2. Горилла, ты готова проиграть? Давай. Бросок. Летит, летит, летит. Да, вот эти броски все отнимают жизни. Вот это он головой ударился. И брейк начинает ломать. Давай, ты сможешь. Горилла бежит и психует. Но у него меня агрессия у этой гориллы зашкаливает. Очень злая горилла. Да, у тебя рука сейчас будет и другая отломана, мне кажется. Классно, если бы еще отваливались бы руки здесь. Да, горилла никакого шанса не дает вообще. Просто лет... О, он ему в лицо, видели? Кровь идет из-за того, что он ногтями в лицо попал. А горилла именно гасит. Смотрите, друг пытается руку ему отломать. Реально, а если... А может, тут ломаются руки? Я еще не знаю. Хочет ее бросить, да не получается. Ой-ой-ой, кровоточит, кровоточит. Очень прикольная графика в этой игре. И оптимизация на высоте. Смотрите, как все идет. Очень круто. Воу, вот это бросок был. Какой-то секретный. Кстати, знаете, что мы сделаем? Ребята, до конца досмотрите ролик обязательно, потому что мы сделаем в конце много аниматроников и много горилл. Мне кажется, это будет эпично. Или несколько аниматроников против гориллы. Во, сейчас мы и сделаем такую битву. Но все-таки еще есть у меня парочку там, которые мы не показывали. Сейчас всех досмотрим. Ролик будет очень интересным. Досмотрите. Давай. Хотел, видели, в лицо попасть, но не получилось. Сейчас скинет. Мне кажется, он не будет панькаться. Он просто возьмет и скинет. Как щенка. Ну... В живот. Ой, и по руке. Пошел гасить. Вообще ни о чем. Горилла думает. Представьте, горилла упадет. Все, сейчас скинет. Мне кажется, горилла осознает, что он скидывает или нет. Вот это жесть. Сейчас скинет, сейчас скинет, смотрите. Офигенно сделано. Так, да, кстати, смотрите, он самое больше пока миссию гориллы жизни отнял. Не, может, еще и маринетка там тоже хорошо его загасила. Но спринтрап не сдается. Хороший боец. Давай, давай, я в тебя верю. Смотрите, смотрите, мне кажется, реально хочет скинуть. Прям идет до края карты и держит его, видите? За ногу. За ногу. Ух ты, по башке зарядил. Хорош, хорош.
Кстати, он его не может бросить, как других аниматроников. А не может. Он уже психует. Не может его никак сбросить, а хочет. А ты смотри, он его гасит. Живучий оказался. Жизни мало, сейчас под последний удар, смотрите. Красивый. Он всегда как всегда заканчивает фаталики. Во, броском. Во, и в воздухе. Красавелла, молодец, ребята. Ну что, какое-то просто уникальное животное, которое лочит всех. Так, кто у нас еще из аниматроников? Еще два штуки. Ребята, осталось не так уж и много, и будет битва эпичная. Ой, Чилипиздрик, у него или ракеты есть, или что-то. А у него ножичек в руках. Зря ты этому горилле вообще попался, это псих. Смотрите, как бьет, как ребеночка, смотрите. Слышь, ты, иди сюда. Ого! Прощай. Это просто было легко. Давайте еще разок, мне было понравилось. Смотреть, как он избивает. Знаете, избиение младенца. Поехали. Иди сюда. Папка пришел. Он его так кидает, как щенка. Сейчас оно, мне кажется, очень сильно бросит. Просто дойти надо. Смотри, за уши взял. О! Его выпал человек. А, ну да, все сходится. Просто взял за уши, кинул его в пол, и тот разлетелся на куски. Да, это было прикольно. Ну что, поехали. Это у нас... Спринтрап, другая версия. Так, чпоньк. Чпоньк. Поехали. Опять за уши взял. Нет, он все-таки за уши возьмет. Так, какой-то захват он хочет взять хитрый, но не получается. Спринтрап сопротивляется. Он ему выдергивает какие-то канаты. Уши, видели, на канатах держится. Бросок. Этот на ходу пытается как-то идти. Как дурачок начинает топтаться. О! Смотрите, просто как щенка бьет. Он может по-разному. Все удары отрабатывает, как на манекене. Ну все, ты сейчас улетишь, смотрите. Горилла не будет долго базарить. Ого, он его еще пытается чикать. Ого, смотрите, в лицо как-то попадает странно. Он что, гориллу сейчас убьет? Представляете? Да ладно, он, смотрите, как он его крутит. Горилла ничего сделать не может. Или это баг какой-то игры, или реально какое-то секретное оружие. А не, отцепился. Офигеть, да, он реально как-то его мочит какими-то веревками. Убил, да ладно. Представляете, какой он мощный оказался. Я даже не ожидал, что кто-то из этих паков убьет гориллу. Это было красиво. Конец. Хорошо, давайте возьмем тогда слабых, которые у нас на первой страничке есть, и поставим с гориллой. Так, сейчас, секундочку. Делаем все по красоте. Команда 2. Раз. Два. Три. Ну что, ребята. Три аниматроника против гориллы. Эпичная битва. Поехали. Посмотрим, что он будет с ними делать. О, вот этот упал сразу. Отлетел. Он их разбрасывает. Смотрите, как щит. Фокси. За крючок, за руку. Ну, знаете, используют какие-то секретные удары. Крючком в голову, видели? Красиво. Ух ты, бросил. Эпичная битва, тут улетел. Бах, кстати, от его падения очень много жизни отнимается. Давай, гаси, гаси, гаси. Еще один отлетел. Фокси еще один получает в тыкву. Классно, он их разбрасывает и по очереди гасит. И по ноге еще ударил, видели, в воздухе? Ну что, иди сюда. Бум. Может, вынесут его втроем? Будет красиво, кстати. Бум, один ушел. Ой-ой-ой, Фокси сейчас улетит. Ой, Фредди. Еще один ушел. Блин, надо больше ставить аниматроников против него. Сейчас мы все сделаем. Психует, психует. Классно, что осколки, все эти детали остаются на карте до конца боя. Это круто. Гасит, гасит. Ого, он ему там чью руку хочет оторвать или что? О, аниматроники победили! Да ладно, красавчик Фредди, затащил за всех. Хорошо. Хорошо, хочу, знаете, прям, ребята, какую-то эпическую битву сделать. Ребята, 10 аниматроников против одной гориллы. Погнали. Хочу посмотреть, как они его будут наказывать. Быстро они его убьют или нет? Смотрите, как они его штрикают. Он один.
Хочу посмотреть, как он, знаете, будет своими руками махать, когда они все цепляются за него. Вот это жесть, берут толпой. Это, знаете, первоклашки против 11 класса. Это реально эпично. Ну что, давай. Бейте его. Забили, забили 11-клашку. Толпа рулит. Так, хорошо. Теперь два 11-классника. Погнали. Забьют двух. Ох ты, что здесь кидание начинается. На, прописал. Ух ты. Да, уже, знаете, потяжелее будет. Уже не могут, уже отлетают. Ребята, обязательно смотрите ролик до конца, потому что сейчас еще будет эпичная битва. Сейчас, короче, я куча змей сделаю против аниматроников. Посмотри, как они будут змей гасить. А змей цепляется и так, знаете, обкручивает, и тяжело двигаться. Ого, видели, как ушел один? Вот это он там падает. Нормально, нормально, одну гориллу завалили. Вторая пошла. Да, не убьют двух. У них крючки все-таки вот эти вот нормально гасят. Кстати, следующий ролик, мне кажется, надо записать с сиреноголовыми. Там куча этих построек, там крутых этих NPC-шек сделали. Все, убили. Первоклашки затащили, красавчики. И радуются, видите, как ходят. Как ходят первоклашки, когда замочили 11-классника. Только вот так вот. Реально это эпично. Здравствуйте, я победитель. Блин, прикольно получается. Ну что? Давайте теперь сделаем вообще жестко. Убираем этих горилл и ставим сейчас классных змей. Я вам сейчас покажу. Здесь такие змеи есть эпические. Давайте прям эпичную битву сделаем. Мне кажется, змеи затащат. Но ничего, проверим. Погнали. Вот это, смотрите, что творится. Облепили сразу. Вот это жесть, что творится. Даже непонятно, кто кого выиграет. Ну, звуки крючков я слышу. Ого! В реальном времени. Улетели, улетели вдвоем. Разлетели, змея сдохла. Ух ты! Крутая игрушка, смотрите, что творится на экране. Вообще ни капельки не лагает, просто круто идет. Прям эпически. Вот это психи, вы что творите? Кстати, в эту игру даже можно играть от первого лица как шутер. Я эту игру буду проходить. Ого, змеи отлетают, но они живые, да? Да, кстати, ни одна змея еще не пострадала. Все живые. И аниматроники все живые. Пока мисс битва идет хорошо. Один на один, видите, они разделились и начинают гаситься. Ну где-то трое на одного, двое на одного. Ой-ой-ой, сейчас, наверное, будет кто-то падать. Никто не сдается, все тащат. Ой-ой-ой, сейчас из меня упадет. Нет, не упала. Обкрутили бедненького Фокси. Ух ты, смотрите, как бьет. Давай, давай, шмякая я. Одна змея умерла? Нет. Вот это они его обкрутили. Так хотят все выиграть. Ну что? Убили! Смотрите, идут первоклашки, лупаша, других змей. Руки в боки. Неплохо, неплохо аниматроники себе показывают. Все-таки не зря они такие роботы с крючками. Только слышу, как чвякают. Это они пробивают змей. Ой, змея улетела с аниматроником и зацепила с собой. Блин, прикольно получается. Даже неожиданно, что они все вылетают. Ну что, давай, 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 покажи. О, пришли помогать. Есть, смотрите, затащили. Это было красиво. Молодцы, молодцы. Так, ну что, давайте тогда еще кого-то против сделаем. Сейчас будет против крокодилов. Крокодилы имеют свойство, когда они кусают, они начинают прокручивать. Погнали. Смотрите, что крокодилы делают. Начинают крутить. Мне кажется, крокодилы будут посильнее. Намного. Хотя нет, вот смотрите, как штрикает его. Выкинул! Нет, не выкинул, я думал выкинул. Не, штрик от бред. Смотрите, как графон прям детализированно все сделал. Не знаю, как в Ютубе будет видно это или нет. Но прям очень детализированно. О, смотрите, видно, как пробивают крючками. А у них не крючки, а такие штыри. Бедный крокодил, папандосик. Первоклашки лупят его. И что нагибают? Ох, хвостом подсечку хотел сделать. Ого, и тут крутят. Кому-то не повезло.
Ух ты, прокручивает. Ну ничего, не сдаются, битва продолжается. Кто же выиграет, ребята, напишите в комментариях. Кто выиграет, крокодилы или Фокси первого класса? Пока здесь никто не умер. Крокодилы классно сделаны, очень классно. И вообще, графон в этой игре очень классный. Это я взял карту простую. Здесь карта есть на прохождение, с наполнением, совсем. Прям очень круто сделано. В воркшопе куча всего. Вот это он его кидает за руку. Ну нифига, никто не сдается. Почему никто не умирает? Ни крокодилы, ни Фокси. Может, силы равны у них? О, выкинул! Это было... А, и крокодил улетел. Прикольно. Классно, как они разлетаются, когда падают за карту. Сейчас еще выкинут. Крокодила убили. Ой-ой-ой, смотрите, как они крутятся. Ой, как улетели все эпично. Так, ну пока здесь непонятно. Два крокодила умерло, и еще дерутся. Двое на одного. Это, конечно, нечестно, но что делать? Смотрите, как они хватают, сейчас будут крутить его. Нет, не получается схватить. Фокси как-то очень классно уклоняется. Вот, сейчас схватит. Ого, он его швыряет. Представьте, два схватит одновременно и будут разные стороны крутить. Было бы прикольно. Уже такие... О, как я и сказал. Ай-яй-яй, нет, не смог вырваться, за ногу хватают. Так, тут сейчас будет что-то эпичное, ребята, происходить. Кто-то упадет. Ай-яй-яй-яй, Фокси, держись! Разлетелся, блин, печалька. Крокодил умер, идут помогать. Крокодил, тебе не сдобровать. Идут первоклашки тебя лупить. Ох, крутит как. Бейте, бейте, бейте крокодила. Ого, он всех раскинул. Крокодил сильное животное. Смотрите, как пытается еще выжить. Давай. Убили. Отличная битва была. Если вам понравилась эта серия, эта игра, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще. И не забывай вступать в наш Дискорд.